напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Итак, поехали. Какую оценку получил Ганжа за сочинение «На кого я хочу быть похожим»? Григорий Ганжа – один из героев советского четырехсерийного художественного телевизионного фильма «Большая перемена». За сочинение «На кого я хочу быть похожим» Григорию Ганже поставили кол. А какой фильм получил известность как первый советский фильм, где был показан открытый половой акт? «Маленькая Вера» – советский художественный фильм режиссера Василия Пичула. Стал одним из символов перестройки. Получил известность как первый советский фильм, где был показан открытый половой акт. Премьера фильма состоялась в марте 1988 года. А теперь вопрос от подписчика нашего канала. В какую игру играли в гостях у девушек Паши и Гена в фильме «Где находится Нофелет»? По-бразильски лимпопо, а по-нашему бутылочка. Правила знаете? Знаем. Знаем. Напоминаю на всякий случай. Ведущий крутит бутылку, и на кого укажет горлышко, того он обязан поцеловать. Всем ясно? Ясно. А какой автомобиль приобрел шеф за премию в фильме «Бриллиантовая рука»? Шеф из «Бриллиантовой руки» на честно выкопанные деньги приобрел себе автомобиль «Москвич». Это был знаменитый 412-й. Цитата из фильма: «На полагающуюся мне по закону премию я по совету друзей решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель». Эту песню изначально должна была петь София Ротару, но ее исполнение сочли не слишком подходящим для этого фильма. О каком фильме речь? В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» песню звенит январская вьюга поет Нина Бродская, хотя изначально эту песню специально для фильма записала София Ротару. Однако исполнение Ротару для картины сочли не слишком подходящим, и песня была перезаписана. Версия Софии Ротару, вышедшая на советских пластинках, тоже считается очень популярной. А какой напиток предпочитал пить Мюллер в кинофильме «17 мгновений весны»? В кинофильме «17 мгновений весны» начальник тайной государственной полиции Мюллер предпочитал пить водку. Известная фраза из диалога Мюллера с сослуживцем «Ты генерал, тебе можно пить водку» стала крылатой. А какой из этих актеров сыграл в кинофильме «Москва слезам не верит» самого себя? В знаменитом эпизоде фильма «Москва слезам не верит», где героини приветствуют легендарных актеров и пристают с расспросами на проходной к скромному человеку. А вы тоже актер? Как ваша фамилия? Мое имя вам ничего не скажет, Смоктуновский. В этом культовом фильме главные герои поют много песен. Одна из них про тетю, которой нет. Что это за фильм? Если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать. «Иронию судьбы» или «С легким паром» впервые показали 1 января 1976 года. Незамысловатые строчки песни про тетю написал Александр Аронов, стихи которого до этого печатались только в журналах. За свою арию московского гостя Аронов получил гонорар в размере аж 80 рублей. А как назывался первый в Советском Союзе звуковой художественный фильм?
Первый советский фильм, который изначально снимался как звуковой, вышел на экраны в 1931 году и назывался «Путевка в жизнь». Это драматическая история о перевоспитании подростков в подмосковной Болшевской трудовой коммуне имени Генриха Ягоды под руководством Погребинского в первые годы советской власти. Какой режиссер снял советскую версию телесериала о великом сыщике Шерлоке Холмсе? «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — это цикл советских телефильмов режиссера Игоря Масленникова, снятых с 1979 по 1986 год. Телефильм является экранизацией произведений Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Цикл состоит из 5 фильмов в 11 сериях. А какой кинофильм Григория Александрова шел за рубежом под названием «Москва смеется»? «Веселые ребята» — фильм 1934 года. Это музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. За рубежом картина демонстрировалась под названием «Москва смеется», и на английском языке звучит «Moscow Laughs». Закончите признание Тоси Кислицыной из фильма «Девчата». «Знаешь, мам, Вер, я вообще решила замуж не выходить. Одной спокойней, правда? Хочу халву ем, а хочу». «Девчата» – комедийный художественный фильм, снятый в СССР режиссером Юрием Чулюкиным по одноименной повести Бориса Бедного. Главная героиня Тоси говорила: «Знаешь, мам, Вер, я вообще решила замуж не выходить. Одной спокойнее, правда? Хочу халву ем, хочу пряники». Вспомните фамилию Люды, лучшей подруги Кати Тихомировой из фильма «Москва слезам не верит». В фильме «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева сыграла роль Людмилы Свиридовой, лучшей подруги главной героини Кати Тихомировой. А как звали героя Александра Абдулова, которого пыталась обольстить самая обаятельная и привлекательная Надя? В кинокартине «Самая обаятельная и привлекательная» Александр Абдулов сыграл красавчика-меломана Володю Смирнова. Героиня какого популярного фильма исполнила песню Михаила Танича «Черное и белое»? «Большая перемена» — советский четырехсерийный художественный телевизионный фильм, снятый в 1972-1973 годах режиссером Алексеем Кореневым. После выхода фильма на экраны текст песни «Черное и белое», написанный Михаилом Таничем, на долгое время стал у советской молодежи своеобразным гимном неразделенной любви. А какое прозвище было у главного героя фильма «Живет такой парень»? «Живет такой парень» — советский художественный фильм, поставленный в 1964 году Василием Шукшиным. Главный герой фильма — молодой парень Пашка Колокольников. За пристрастие к незлым шуткам и вранью он получил от своих приятелей прозвище «Пашка Пирамидон». А кого сыграл Александр Абдулов в фильме «Гардемарины вперед»? В фильме «Гардемарины вперед» Александр Абдулов исполнил роль агента тайной канцелярии графа Василия Федоровича Ледащева. А кто из этих знаменитостей снимался в кинофильме «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Биче опять идут дожди»? Это не шутка и не розыгрыш.
президент США в 90-е, помогал Леониду Гайдаю в съемках комедии на Дерибасовской «Хорошая погода» или на Брайтон-Бич «Опять идут дожди». Не верите? А зря. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно посмотреть титры в конце фильма. А какую роль сыграл Вячеслав Тихонов в фильме «Доживем до понедельника»? Фильм «Доживем до понедельника» вышел на советские киноэкраны в 1968 году. Это один из наиболее известных советских фильмов о школе и учителях. В фильме «Доживем до понедельника» Вячеслав Тихонов сыграл в роли учителя истории Ильи Семеновича Мельникова. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. Отгадайте по советским достопримечательностям название города в данном коротком ролике. Напишите свой вариант названия этого города в комментариях. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал, и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.